На прошлой неделе на двух разных шоу вас спросили, чем ваша политика будет отличаться от политики Джо Байдена. Вы сказали, что вы не Джо Байден и не Дональд Трамп, но вам ничего не приходит на ум. Что бы вы делали иначе? Я выражусь предельно ясно. Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена. Как и каждый новый президент, который вступает в должность, я привнесу свой жизненный профессиональный опыт, а также свежие и новые идеи. Я представляю новое поколение лидеров. Пора двигаться вперед и перевернуть страницу. Таков слоган вашей кампании. Вы были вице-президентом 3,5 года. Так зачем же вам переворачивать страницу? Прежде всего, перевернуть страницу прошлого десятилетия, в течение которого мы были обременены риторикой, исходящей от Дональда Трампа, которая разделяла нашу страну. Более 79% американцев считают, что наша страна идет по неверному пути. Если это действительно так, то страна идет по этому пути уже 3,5 года, пока вы являлись вице-президентом, а господин Байден – президентом. И Дональд Трамп баллотируется на пост с тех самых пор. Но ведь именно вы занимаете пост вице-президента. Мы оба знаем, о чем я говорю. Я не понимаю, о чем вы. Я говорю о том, что за прошедшее десятилетие... Послушайте, за десятилетием не очевидно, что со мной на сцене были республиканцы.